Лех, ну я тебя поздравляю с днем рождения. Чего тебе пожелать? Ну, пожелаю, наверное, чтобы все-таки Халк играл во второй команде, ну а ты вместо него на позиции нападающего. Ладно, это все шутки, на самом деле, чтобы все твои мечты и желания сбылись. Ну, помимо меня, тут еще мы, наверное, пойдем посмотрим, кто тебя еще хочет поздравить. Алексей, здравствуйте, мы хотим вас поздравить с днем рождения, сказать, что вы самый лучший, получаете от жизни удовольствие. Все в ваших руках. Happy birthday, I'm in Korean. Санечка, я. Спасибо вам большое. Алексей, thank you very much. Да, интересно, татуировка нас поздравила сегодня. Леша, братик, поздравляю тебя с днем рождения. Сегодня тебе исполнилось 19 лет, ты стал совсем взрослым мужиком. Желаю тебе счастья, здоровья, огромных-огромных успехов в футболе. Продолжай в том же духе. Ни в коем случае не травмируйся. Желаю найти свою вторую половинку, полюбить ту единственную девочку, которую ты ищешь на протяжении всей своей жизни. Я способствую вашему совместному счастью. Люби родителей, они у тебя потрясающие люди. Я очень рад, что знаком с таким человеком, как ты. Действительно, я тебя могу назвать другом. Доверяю тебе на все 100%. Обнимаю, братан, с днем рождения. Панфил, братан, с днем рождения тебя поздравляю. Желаю тебе счастья, здоровья, побольше голов, поменьше травм. Конечно же. Широких глаз. Дорогой наш Алексей Панфилов, мы пришли в дорогое, специально пришли в дорогое для тебя место. Твое любимое место – это прекрасный клуб Duty Free, в котором мы уже давно не были. И слава богу, что не были. Слава богу, подсказывает мне мой друг. Вот, поздравляю тебя с днем рождения. Всего тебе самого хорошего, удачи. Было задание также, кроме удачного места, выбрать, рассказать какой-то смешной случай. Но мы решили, что если мы хотя бы один случай смешной расскажем, что это будет очень надолго и нецензурно достаточно. Давай, поздравляем тебя, мы тебе 7 лет. Также сейчас от себя, да. От себя хочу добавить. После Духлеса. Да, что как бы не смешно нам было вспоминать это место, надеюсь, не будет больше ничего, никаких таких плохих случаев. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы в семье все, слава богу, все хорошо у мамы, у родителей, у твоей племянницы. Сам, чтобы ты не болел, чтобы ты был счастлив, скажем так, без травм, главное. Все, любим, целуем. Саня, хорошие конфеты, мне тоже нравятся. У нас тоже праздник, так что мы откажем. Да? А что у вас за праздник? День рождения. Тоже день рождения? А да, у кого? У меня. Ой, мы тебя поздравляем с днем рождения. Дайте счастья, здоровья тебе, пусть все мечты твои сбудутся. Спасибо. Да, вы видишь, как хорошо. Конфетки, может, тоже? Да? Да. Одну? Две даже. Да нет, я одну его напополам, мы такие, да. Всегда напополам видим. Спасибо большое, с днем рождения вас. Слышь, Леха, я тебя оставлю. Мы сейчас подойдем к одной известной пенсионерке в Киеве. Надеюсь, она поздравит тебя. Здравствуйте. А могли бы вы поздравить нашего друга Алексея с днем рождения? Мне кажется, нет, да? Она игнорит нас. Ну ладно, извините, пожалуйста. До свидания. Леха, забивай много голов. Ну я понял, да. Нельзя. Мы сейчас пойдем, нас потравят Лешу, известные специалисты по футболу. А вы можете нашего друга, известного игрока, он в Питерском Зените играет, поздравить с днем рождения, пару слов сказать. Как фамилия? Алексей Панфилов. Всего народа украинского поздравляем его с днем рождения. И пожелаю ему чемпионства в этом году. Хотя не от Терека уже отстаю.
Да-да-да, мы смотрели, 0-2. Спасибо большое. И все? Да, все. Сейчас спасибо, на базар не пойдешь. Поздравьте нашего друга Лешу с днем рождения на камеру. Так я ж не такая, как треба. Я ж... Ну и что, просто пару слов от себя каких-нибудь. С днем рождения поздравляю от души. Долгих лет и крепкого здоровья, молодости, силы, красоты. Пусть всегда не только в день рождения сбудутся твои заветные мечты. По-украински, ты понимаешь? Да. Спасибо большое. Желаю счастья и добра, чтоб жизнь была всегда светла, чтоб только радость без тревог переступала ваш порог. О, спасибо вам большое. Класс. Это такое поздравление хорошее, я знаю. Да. Да. Хороших вам друзей, хороших вам девчат. И все вам самого хорошего, мальчик. Это ты, Алексей? Да. А ты что? Я Александр. Александр. Все, удачи. Спасибо. Да, до свидания. До свидания. Ходи, здоровья. Спасибо. Да. Хорошего вам дня. Алексей, идем дальше. Лех, привет. У тебя сегодня прекрасный день, с этим днем хочу тебя поздравить. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе крепкого здоровья, чтобы поменьше травм было, больших успехов в футболе, карьерного роста в футболе, чтобы у тебя все складывалось хорошо, чтобы ты не грустил, больше улыбался и был счастлив. Что еще можно тебе? А, ну конечно, куда же без девушки? Желаю тебе найти ту самую девушку, которая будет с тобой до конца, будет тебе верная. Ну, короче, самую прекрасную и ту, которую пожелаешь ты. Хочу сказать пару слов еще про маму. Спасибо маме за то, что дала нам на свет такого прекрасного человека, как Алексей. Что здоровья ей пожелаю, ну и всех успехов. Так что вот, это был привет с Ростова. Леша Панфилов, здравствуй, я тебя поздравляю с днем рождения. Желаю тебе поменьше травм, побольше голов, забиваю в каждом матче по 6, по 7, дорасти до основы. А потом я с тобой сниму программу, короче, сделаем все нормально, в Барсу тебе подпишу. В общем, пусть твои мечты, твоих возможностей. Всего самого светлого, тренируйся, радуйся жизни, успехов, удачи, пока. С днем рождения, Леша, желаю счастья, здоровья, всего самого хорошего. Смотри, как уложили, зеленый свет сразу. Леша, с днем рождения тебя! Спасибо большое. До свидания. Ну, так, кратко. Давай, Юльчик, это у нас не, вообще... Я тоже немножко больной. Леша, с днем рождения! Много девушек и много улыбок. Спасибо. О, слышишь, Леша, машина времени выступает. Да? Да. Может, Макареевич поздравить? Леша, а у него день рождения? Да. Леша, с днем рождения! Всего тебе хорошего! Леша! Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы у тебя всегда все были было. Такие... Да. А у нас, кстати, футболист очень хороший. Может, что-то какие-то спортивные успехи пожелать? Леша. Знакомый. С днем рождения! Забивай всегда и везде! Да. Спасибо большое. Да. Чтобы было побольше нас, девочек. Ну, с днем рождения, Леша. Удачи, успехов. Да, в карьере, чтобы все получалось, чтобы все было так, как ты хочешь, как вы хотите. Вот, чтобы жизнь была прекрасной и приносила только радость. Спасибо большое. Удачи в личной жизни. Привет, Лёша. Мне тут сказали, что ты очень хороший человек. Вот. И поскольку ты очень хороший человек, хочу поздравить тебя с днем рождения и, конечно же, пожелать тебе счастья. Желаю встретить тебе свою вторую любимую половинку. Дубль 3! Лёш, привет. Хочу поздравить тебя с днем рождения, пожелать тебе, чтобы ты встретил свою вторую половинку, большого, искреннего, тебе огромного счастья, любви и всего-всего самого хорошего, чтобы ты все время забивал как можно больше голов, там, чтобы ваша команда выигрывала, короче, всего самого крутого. Алексей, привет, как дела? Queria desejar para você um feliz aniversário,
que Deus possa te abençoar aí na sua carreira, na sua vida. E esperamos você aqui no Brasil em 2014, ok? Defendendo aí a sua seleção. Bacá. Привет, Алексей. Меня зовут Дмитрий Родин. Я капитан сборной Эстонии по хоккею. От лица всей команды мы бы хотели тебя поздравить с днем рождения и пожелать тебе счастья, здоровья и успехов. Девчонки, девчонки, прошу прощения. А вы можете, пожалуйста, уделить наше время на камеру и сказать поздравления для нашего друга? Ну ладно, идем. Поздравляю с днем рождения, желаю всего самого лучшего. Спасибо. До свидания. Леша, мы тебя поздравляем. С днем рождения. Ура. Спасибо большое. Панфил, все для тебя. Ты можешь даже не тренироваться. Мы сделаем все для тебя. Мы будем делать косы. Мы будем поднимать штангу. И потягивай меня тоже для тебя. Прям тайлички. Подожди, дай мне это что сделать. Дэн включится, Дэн включается. А чё я... Смена оператора. Давай, отжимай. Что ты сделаешь для Панфила? Панфил, и прежде всего хотелось бы, чтобы в нашем сердце всегда оставался вот этот знак на груди, вот эта стрелка, чтобы все помнили. Или вот это, или вот это. Ладно, давай, все, Пан, скажи ему еще что-нибудь. Поздравляем тебя с днем рождения, привет из Томска. Ладно, счастья и здоровья. Да, и я тоже тут, блядь, как-то вписался, короче. Сынок, родной, поздравляю тебя с днем рождения. Очень хочу, чтобы ты был счастлив. Чтобы, несмотря на все неудачи и неприятности, которые случаются в жизни, ты никогда не терял надежды. Верь в себя, стремись к своей мечте, и у тебя обязательно все получится. И помни, что во мне ты всегда сможешь найти помощь и поддержку. Люблю тебя. Здравствуй, Леша. Мы хотели от всего проекта «Драфт в небо» поздравить тебя с днем рождения. И хотели пожелать тебе, чтобы у тебя на самом деле все получалось, все складывалось так, как ты хочешь, чтобы твоя карьера нашла верх, чтобы тебя окружали только очень добрые, открытые, искренние, честные люди. И пусть тебе во всем помогает Бог. Мы поздравляем тебя. Что-то подустали. Давай, может, присядем? Что же еще снять? Блин. Уже намотали нормально так. Ну смотри, куда же Бессарабки, да, пройдемся? Да. К арене, да, туда? Да, в арену зайдем, там на лавочках, наверное, сидят еще. И, конечно, можно в парк Шевченко еще. Да? А тут... вот, смотри, кто звонит. Нифига себе. Ну. Оу, hello, my friend. Hello, how are you? Oh, I am fine, and you? I'm very well. What are you doing now? Well, we are making movie, birthday movie for our friend. He is football player too. His name is Alexey Panfilov. Do you know him? Oh, yeah. Oh, can you say some words or wishes for him, maybe on Portuguese? Oh, okay. Olá, Alexey. Parabéns. Feliz aniversário, que Deus te ilumine e te dar o poder para realizar os seus sonhos, objetivos e planos. E claro que bom saúde para você. Eu sou Cristiano Ronaldo e eu quero jogar com você no Real Madrid. No futuro, eu acho e acredito que você vai jogar lá. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Abraço. Видимо... Связь дорогая. Ладно, спасибо, Криштиану Роналду. Да я ничего не понял, что он сказал, но на португальском, конечно. Ну да, но я надеюсь, что ему кто-то переведет, вот Лехе, да? Да. Все, давай. Ну что, может, ты что-нибудь скажешь, да? Ну да, на русском. Ну, да. На русском, но на португальском не умеешь? На португальском не умею. Леха, привет. А, в общем, ну ты как бы и так уже счастливый человек, занимаешься любимым делом. Вот. Главное, чтобы теперь ты добился каких-то там
уже таких высот, чтобы быть еще так, более как бы счастливее. Все, давай, удачи. Дорогой Леша, вот и настал твой день. Ровно 19 лет назад, 14 октября 1993 года, родился ты, наш дорогой друг. В твоей жизни было как много светлых и радостных моментов, так и грустных, во время которых мы были всегда рядом. Желаем тебе, чтобы ты нашел ту единственную, которую, как мы знаем, ты так сильно ждешь. Чтобы по жизни вы смотрели в одном направлении, разделяли друг с другом яркие моменты и маленькие друзья. Чтобы поговорка «муж и жена одна сатана» символизировали именно ваши отношения. Чтобы ты ставил себе невозможные цели и на удивление всем завистникам достигал их, чего бы тебе это ни стоило. Чтобы в твои мысли не закрадывались никакие сомнения, потому что сомнения зарождают неуверенность. Всегда будь последовательным в своих действиях и принципах, и не сбивайся с курса. Цени своих близких, тех, кто тебя вырастил. Тех, кто так славно воспитал. Тех, кто поставил тебя на ноги. Береги и не огорчай своих родных и радуй своими победами. Как в жизни, так и в спорте, в котором они отразятся неповторимыми голами. Желаем, чтобы ты закрепился в своем составе «Зенита». Так как мы не хотим, чтобы ты уезжал в другой город. Защищал цвета, отличные от синебел-голубых. Чтобы комментаторы неоднократно повторяли твою звучную фамилию на полях футбольных ботаник. Для этого ты должен беречь себя и оставаться всегда в идеальной физической форме. Желаем, чтобы в твоем доме всегда горели огни. Чарлик встречал тебя у порога с родного дома. Весело виляя хвостом, избавляя тебя от сиюминутного одиночества. Желаем тебе, чтобы все твои мечты осуществились. Мы всегда поддержим тебя во всех твоих начинаниях. С днем рождения!